Сегодня в Москве открывается 16-й съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия». Работа съезда рассчитана на 2 дня. В первый день пройдут дискуссионные площадки, в которых примут участие делегаты от Ульяновской области. Во второй же день состоится пленарное заседание съезда. 73-й регион представляет большая делегация, 17 человек. Возглавляет работу делегации секретарь регионального отделения партии Анатолий Бакаев. У нас сегодня очень внушительная делегация. В Ульяновской области на съезде 15 членов партии представлены здесь, которые примут активное участие в работе дискуссионных площадок. 7 дискуссионных будет площадок работать, все по направлениям партийных проектов. Я принимаю участие в дискуссионной площадке №1 «Качество государства» и тоже собираюсь принять участие в дискуссии. Ульяновские делегаты примут участие в работе всех дискуссионных площадок. На площадке «Здоровое будущее» ожидается выступление начальника управления по семейной и демографической политике Ольги Желтовой. Она расскажет об опыте Ульяновской области в этом направлении. В составе ульяновской делегации работает и депутат Государственной Думы Владислав Третьяк. Мы сейчас разойдемся по дистанционным секторам и будут дискуссии, что нужно сделать, чтобы нам лучше жить. Вот это самое главное, потому что во главу угла самое главное стоит человек. Поэтому сегодня и наш президент Владимир Владимирович Путин, и партия «Единая Россия», которая сегодня в парламенте имеет большинство, все делают для того, чтобы в нашей стране люди жили лучше и лучше. А депутат Госдумы Владимир Шаманов говорил о задачах, которые стоят перед ульяновской экономикой. Я считаю, что Ульяновская область, обладающая неплохим промышленным потенциалом, хорошим заделом в области сельского хозяйства, должна встраиваться более активно, потому что нереализованы потенциалы в военно-промышленном комплексе до конца. Съезд подведет итоги работы партии за прошедшие 5 лет. Между 2 выборами в Госдуму прошло много изменений. Если сравнить выборы 2011 года и выборы 2016 года, то, конечно, сегодня партия «Единая Россия» можно назвать лидирующей правящей партией. 343 мандата в Государственной Думе – это уже о чем-то говорит. Тем более система выборная была изменена. И на сегодняшний день хочу сказать, что на территории нашей Ульяновской области наше региональное отделение тоже провело перезагрузку. Выбрано больше половины новых секретарей местных отделений. Завтра ожидается приезд губернатора Сергея Морозова. Глава области примет участие в пленарном заседании. На нем также пройдут частичные перевыборы в руководящие партийные органы. Данила Ноздряков, Юрий Конехин. Новости дня. Ульяновская правда. Москва.